коробке «Космические дальнобойщики. Полет» продолжается, вы найдете 5 мини-дополнений к настольной игре «Космические дальнобойщики». Дополнение «Новые технологии» добавит аж 52 новеньких модуля. Тут есть и реакторная печь, в которой, сжигая один куб товара, вы сможете подзарядить до максимума батареи. И криогенная камера, в которой будут спать 4 космонавта до какой-нибудь космической встряски, которая их разбудит. Да тут много чего интересного. Есть даже катапульта. 6 карт бирюзовых инопланетян с уникальными способностями обязательно протянут вам щупальцы помощи в нужный момент. А вот новые карты происшествий — это уже другое дополнение. Добавив эти карты к базовой игре, вы обязательно откроете новые уголки космоса, в которые соваться точно не стоило бы. Метеориты будут летать со всех сторон, и изредка будут случаться эпидемии и саботажи. Одним словом, это будет плохой день. В третьем дополнении вас ждет замена всех базовых кораблей на новые модели. Как обычно, планшеты трехсторонние, спасибо нашей технологии смятия пространства. Чаще всего на этих кораблях летают, выкрикивая: «Пожалуйста, кто может, помогите!» Знакомьтесь, это компоненты четвертого допчика «Трансгалактический рейс». 2 новых достижения и 1 планшет достижений. И, наконец, вишенка на космическом торте. 5 дополнение – ухабистый космос, состоящее из 21 карты. Оно предназначено только для опытных дальнобойщиков, для которых играть стало очень легко, и их корабли давно уже стали взлетать и приземляться в одной и той же идеальной форме. Эта 21 карта заставит вас наблюдать, как ваш корабль разваливается на части. 5 мини-дополнений «Полет нормальный» для настольной игры «Космические дальнобойщики» сделают ваш вечер сильно незабываемым. Желаем вам космически приятной игры с этим дополнением.